А почему вы в темноте? А у нас конец света. Конец света каждый воспринимает по-своему, равно как и готовится к нему. А вот интересно, почему люди верят в конец света? Фильм 2012, пожалуй, сыграл одну из важнейших ролей в массовой истерии нынешнего конца света. Ведь его предрекали и раньше, но столь масштабной, можно даже сказать, мировой подготовки к апокалипсису не наблюдалось. Кто-то строил подземные бункеры, кто-то надземные ковчеги, а кто-то за баснословную сумму, в среднем 80 тысяч рублей, снял зимой летний домик в Горном Алтае. Кстати, в соседней с нами республике приезжие скупали в магазинах крупы, соль, а местные даже оружие, чтобы обороняться от голодных москвичей. Например, если мы свечей покупали, ну, пусть у нас там коробка 30-40 штук, мы могли продавать полгода и 3 месяца. Ну вот, возьмем даже ту пятницу, то мы в день продали 500 штук свечек. А спичек у нас, получается, вообще идет 1000 штук в коробке, мы могли продать за день. А так спичек, один коробок кто-то возьмет, там уже и все. По слухам, всемирной панике поддались и жители Барнаула. Однако на витринах магазинов спички были, мыло и соль тоже в наличии. По словам продавцов, пользовались спросом свечи. Но это, пожалуй, сказалась подготовка к Новому году. Умирать не собираюсь, просто соль кончилась. Конца света не будет и ничего не будет, все будем жить нормально. Однако в некоторых городах России представители торговли сами готовили своих горожан к апокалипсису и предлагали им готовые наборы для встречи конца света. Причем в список предметов, необходимых для выживания, входили разные товары. Я думаю, людям во что-то надо верить. А в данный момент это, можно сказать, некий бренд «Конец света». Почему бы в него не верить? Действительно, тем более, что у жителей Алтайского края в этом году было много поводов поверить в приближение конца. Летом города нашего региона несколько раз топило, ближе к осени трясло отголоском из Республики Алтай, а с приходом зимы вообще можно было кричать «караул» и прятаться не на вершине ставшей сейчас популярной горы Белухи, а уезжать в какую-нибудь теплую Африку. То мело так, что загородные трассы перекрывали, то мороз ударил с такой силой, что сибиряки вспомнили, где живут и как здесь надо утепляться. Говорят, что бессознательно не воспринимают частицу «не». Поэтому, когда много раз говорят «конца света не будет, не будет», мы слышим это как «будет». Но это так же, как там «не думайте о розовых слонах». Сразу представляются розовые слоны. Услышать и поверить, что конец света будет, способен даже самый-самый здравомыслящий человек, которого все вокруг в этом убеждают. В психологии есть множество тестов, доказывающих подверженность Homo sapiens поведению окружающих. Вот простой пример в лифте. Подопытный заходит и встает лицом к выходу, а остальные спиной к дверям. Что же происходит через несколько минут? Все едут в одинаковом положении. Вообще моя фамилия Конец, а всю жизнь Конец. Вот вам и конец света. Это фамилия и имя украинской женщины. Конечно, из-за таких паспортных данных Светлана не раз попадала в комичные и не очень ситуации. Однако украинка уверена, что ее имя как талисман принесло в жизнь много радости. До конец света я не готовлюся и не хочу, потому что у меня 1 января день рождения. 65 лет будет мне. Предприимчивые люди при умелом использовании массовой истерии хорошо наварились на грядущем апокалипсисе. Средства массовой информации, раскручивая эту тему, неплохо повысили свои рейтинги. А из-за сведений, которые они распространяли, сейчас кто-то сидит в бункере, кто-то на вершине горы, а у кого-то дома целый склад из спичек, свечей и мыла. Но ведь без нас было бы скучно. На телевидении может наступить конец света? Да ежедневно. Вот сейчас Лешка уйдет домой, выключит софиты, и будет конец света. Ничего не будет видно. Сейчас вот видно, а потом не будет. Все. С учетом аномальных морозов этой зимой, вероятно, для кого-то из нас конец света все же наступит. Правда, он скорее будет электрическим, ведь провода могут не выдержать минус 40. Но даже в таких условиях тьму разогнать можно маленькой каплей света. Галина Юмашева, Павел Лауронин. Наши новости.